Я знаю, что это такое. Каскадрильца. Вот этот аппарат придумали тоже ученые, чтобы отжимать воду от перца, и чтобы на перце только остались какие-то шарики большие. Просто. Я понимаю, что у нас это дома есть одна грязная, которая моет посуду, а одна питьевая. Это я знаю. Это который человек проходит эксперимент. Это штука, чтобы изучать химию. Я думаю, это какая-то химическая вода. То бы я не сделал, я бы там сварил сок. В научно-технологическом комплексе «Новые технологии и материалы» в рамках исследования вопросов, связанных с повышением качества воды, была разработана технология изготовления новых фильтров на основе природного графита. Полученный материал позволяет доочищать воду, как питьевую, так и нефтезагрязненную, до высшей степени качества.